Здравствуйте, дорогие зрители! Рады приветствовать вас в нашей новой программе. Речь сегодня пойдет об омега-3 или рыбий жир, польза или вред. Помню, как в детстве ненавидела противный рыбий жир, которым поила меня моя заботливая мамочка чуть ли не каждое утро. Иногда мне удавалось избежать отвратительной процедуры, иногда и нет. И противный вкус этого вещества оставался надолго. Ну, тогда это было модно, поить детишек рыбьим жиром. Добрая медицина утверждала, что это архиполезно. Потом, к концу 70-х годов, пошли слухи об отравлении рыбы дустом и о том, что в хваленом рыбьем жире навалом этого самого дуста. Мерзкий, но типа полезный напиток исчез из аптек. Дети вздохнули с облегчением, да и взрослые, собственно говоря, тоже. Но потом очень умные дельцы от фармацевтики вспомнили, что была такая штука, и неплохо было бы ее выпускать заново. И на свет появились капсулы с омега-3. Как нас убеждали и убеждают с начала 90-х годов, что эти капсулы почти панацея. Типа у вас никогда не будет инфаркта, инсульта, а вероятность летального исхода снизится ровно наполовину, и вообще будем жить вечно. А потом оказывается, что греческие ученые из университетской больницы Ионина Греция сообщили, что по итогам 20 разнообразных исследований, которые охватили более 70 тысяч участников, выяснилось, что на самом деле нет статистически значимых доказательств того, что потребление добавок с омега-3, также известными как добавки рыбьего жира, связано более низким риском развития инфаркта, инсульта или преждевременной смерти. Есть только предположение о том, что омега или рыбий жир помогают при проблемах с сердцем и сосудами. В общем, предположение и только. А пока ученые спорят между собой, доказывая друг другу и нам, одни о пользе, вторые о вреде, а третьи вообще утверждают, что это очередной миф. Но многолетний крупномасштабный статистический анализ по уже имеющимся клиническим данным 70 тысяч пациентов со всего мира дал возможность греческим врачам и ученым сделать вывод, что не было обнаружено явной связи между потреблением омега-3 и смертностью от всех причин – сердечной смертью, внезапной смертью и инсультом. То есть, говоря простым языком, ни хрена рыбий жир не помогает, хоть в капсулах, хоть без. Но, слава богу, и не особенно вредит. Так что пить или не пить – решать вам. А мы пить не будем. Лучше пойду, пройдусь перед обедом, что и вам советую. Всего вам доброго и крепкого здоровья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и приходите почаще. Всем пока!